другое движение. Только сдал. Да. То, что у нас в городе. Я кит наплакал. Вот он. Я в виде. Нормально вышел. Ты стультить будешь, не? Пикнешь разочек, мы возле тебя будем держаться, я хоть на камеру снимаю. Подожди, я подожду. Всрался. Короче, ребята, иду на город. На Кременчук. Сегодня там открытие мотосезона. Блять, дорог нету. Это вообще срака какая-то. И сказал организаторам, что не приеду. Ну, шутканул все-таки 1 апреля. А мы возьмем и приедем. Порадуем людишек. Бо давно нас ждали, говорят. Погнали! Ну вот мы, друзья, уже подъезжаем к Песчаному и потом въезжаем сразу же в Кременчук. Уже более-менее хоть дорога появляется, а то вообще было, конечно, печаль такая. Ужас, ужас. Такой плавненький поворотик мог бы быть, конечно, с лучшей дорогой, то можно было бы и положить его. А так... положить, в смысле выложить, а не положить, упасть. Нам это не нужно. Друзья, мы въехали уже в Кременчуг. Сейчас заедем на заправочку. Вот как раз хорошая заправка, советовали для мотоциклистов. Очень хорошее качество, поэтому ныряем сюда и зальемся. Приветствую. А ты тоже на встречу или нет? А? Ты тоже на встречу? Тут да. В 12 сбор, да, говорят? Да. На Ричпорту? Ну, вроде да. Тут хороший бенз есть? Ну, на Сакаре вроде нормально. Если на Авиас, то да. Рядом с домом. Я просто с Власовки, у меня выбор ехать только на Михайленке, там тоже Авиас, по-моему, заправка. А то, и то там что-то он испоганился. На Сакаре вроде говорят самый нормальный бенз, хотя сейчас вроде во всех одинаково. Ага. Бо я написал, типа, ой, у меня не получается, думаю, обрадую, бо давно хотел встретиться. В то время еще есть. Так, ну что, надо заправиться. Ты уже заправился? Да, я и не заправлялся, я жду. А, я понял. А что тут у нас? 5-й нано. Хер его знает какой. Здравствуйте. А какой лучше заправить мне в мопед? Бензин. Хороший? Да. Ну тогда до полного, пожалуйста, по карте буду. А, ага. Ну мне там подождать? Стоял, ждал, ждал. Все, трогает. Смотри, какой резвый. Ждали, ждали, тут втроем уже поедем. Хорош, сходка начинается уже. Это радует, это радует. Смотри, какой резвый. Другое движение. Совсем другое движение. Поэтому да, будем кататься иначе. А что, он провтыкал поворот? Все что? Я что-то не пойму, куда они. Куда он поехал? Это же вроде на Ричпорту встреча. Тю, странный какой-то. Подъезжаем на Ричпорт.
короче. Я думаю, мы все-таки порадуем наших ребят. С теми, с кем хотели встретиться. Поэтому, короче, едем. Тут тоже местами есть ловушки еще те. Боже, ты едешь, синя? А где ж движ? Так, интересно, где же вся движуха остальная? Ямашка. А где этот потерялся? Я не знаю, вообще куда-то поехал не туда. Движуха. Приятно. Вот какая у нас движуха. Да, тут мотоциклистов поболее будет, чем у нас, конечно. Тоже кава. Норм. А чё ты не на своем мопеде, бля? Я сегодня только на права сдал. Только сдал? Да. Ай-я. Сдал, а получать во вторник. А. Ё-моё, нифига. Я таки думаю, ну нахуй, я ехать не буду. А лучше поехал бы. Ну? У всех крутые, у всех номера есть. Суеты довести. Ну да. Я только не помирал. Здорово. Ну нормально, бандейкой будет интересно. Это не на Власовке, не в Светловодске кататься, я смотрю, Фред. Конечно, здесь побольше будет людей. Давай покажем в камеру, чем ты там занимаешься. Ах ты, сука, бля. Сейчас он будет фоткаться. Тебе что, есть что скрывать? Да. Нафига? Зачем быть таким? Быть открытым человечком. Так что, чекаешь, не? Давай уже чекнем. Ой, бля. Блин, ну это все, конечно, хорошо, но все-таки я пойду сыкну. А, это бэха, бля. Нихерна. Ничего себе. Жестко. Кто-то еще? А? На хантере который. А, я понял. Нормально. Ой, сегодня шуму на видео. А где вы вообще тут катаетесь? На молодежном, да? Сидя? Я в прошлую субботу катался. Мы пока ехали до Сосновки. И все на каждом светофоре, на нейтральке, в отсечку. Домой приезжаешь и такая голова. Потом неудивительно, что некоторый народ начинает матюкаться. Не, ну да. Забрать? Ну, можно, наверное, после зимы. Ну. Не знаю, я... Тестюхой 3 января. Как его, блядь, в этот? Тоже Саня. Но... Светлогорск. Поехали, о, поехали. Это вот красная хуятина. Сбив, Саид, в поле, блядь, отрак. Нормал. 3 января открылся. Пойдет, пойдет. Скоро буду, так ты же говорил, не приеду. Шутка. Вот это сходочка, да? Не то, что у нас в городе. Я кит наплакал. Шлёма, тебе холодно? Да, я морожусь. Морозь? Я веду видеосъемку. А, я морожусь. Да, поэтому... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что сегодня будет, да? Там не надо сильно людей, да и бабу. Не, ну... У нас Ялстука собиралась. Это да. Стадион, помнишь, был? И мы что-то на стадион приезжали, какое-то там мероприятие. А, да. И нас оттуда туча выехала, да, ну, короче, один чермет, понял? Скажи, один чермет. На коптеле, да, нормально, смачно. Светофоры до светофора не помещались, там сзади курева такая стояла. Пойдет, ну а шо, блядь. Чермет не чермет, а ездит, бля, и запчасти еще есть. Ты что? Я понимал, тут запчасти стоят дороже, чем на твою, блядь.
Та ні. Та да. Знаєш, як мені обійшлось поміняти це прошлим літом? Цеп зв'язди і підшипник на заднє колесо. Ну, в десятку я вліз. Цеп зв'язди. Ну, якщо чеху взяти, то, наверное, примерно так і буде. Я просто велик сбил. Ну что? Жестром, я видел. Привет. Нормально вышел. Да? У вас тут движуха побольше. Знатно. Мне светловоз, блядь. Да, блин, в город приезжает там 3-4 человека. Был, да, нормальный. Пойдет. Приехал бы на это. А я только въехал, я через Песчаное поехал, чтобы заправиться на Сакаре. И встретил парня там. Говорю, ты тоже, говорю, едешь на 1 апреля? Говорю, у нас, говорю... Пошутили, типа, никого не будет, будем мы с тобой вдвоем. Пойдет. Какой у нас маршрут? Да я ж не организатор, я не знаю. Вот, вот организатор. Организатор нас. Привет. Куда мы едем, спрашивают? Что такое? Я ебу. Где ты уже приложил? Не доехал до пробега. Собачки. А, собачки. Уже заводимся. Будем ехать. Поэтому будем ехать. Ждут, скажешь. Будем ехать. Что у нас тут? Все пишет, пишет. Все. Вот такой вот у нас движ. Движок. Поглядим, что у нас тут выйдет с этим. Прогреем хорошо. Мопед. Ух, Ямашка завелась. Мощь. И не слышно, попробовал. Я думаю, что у него завелась, но нет. Тобой дуринчик, мопедик. Куча, тьма мотоциклов. Я охренел. Вот это движ вообще, бля, я вам скажу. Норм. Девчуля вообще снимает с телефончика сзади вторым номером. Отстают ребята там на светофоре. Ну, вот это движ. Пикник
пикнешь разочек, мы возле тебя будем держаться, я хоть на камеру смотрю. А где тут дорога нормальная есть? Ну, хоть, давай, наверное, после электростанции, уже после, как, после горки, понял? Где-то там. Короче, два кутка, я думаю, я услышу, хорошо? Все, хоть. Камера работает, работает. А мопед-то нагрелся. Дороги, конечно, тут. Здесь нормально? Да. А там пропали. А там все пропали. Я такой чудовый стоял. Это пора. Да. Ну слава богу, хоть там. А здесь что будет? А я какой? Вот тогда я сразу. Пойдет движ. Вот, кстати, надо ехать в шахматном порядке, чтобы друг другу в колесо не вставали, потому что беда будет. Будет беда. Не будет аварийных у вас каких-то раздумий оттормозиться. Движ.
катить себе на заднем дол. Ух! Я говорю, места не дает, а он, да. Это вообще. Нормальный кусочек дороги был, и они вечно справа все стоят, мешают, нема как дать. Поэтому да. Можем раньше развернуться, либо раньше, либо позже. Ну вот думаю раньше. Ты местный, не? Не. Пускай сейчас все проедут, а там будет хороший участок сейчас. Да, давай. Сейчас все проедут и поехали. Ты давай. Мы слева, ты по разметке. Тут дальше? Норм. А? Чего? Ну ради контента ж надо. Мы уже тут третий раз пытались, бля. Три раза нема. То вечно кто-то в правой стороне в полосе станет, то еще кто-то, бля. Нема, где и все, бля. Не, последний раз было неплохо. Весь на кто-то мешает. Я говорю, то в правую полосу кто-то станет. Только настроился, сразу кто-то подъезжает, летит на свою. Пиздец, блядь, да, я же говорю, не мать, я такой, блядь. Ну ничего, нормально. Более-менее, да, вышло? Ну последний раз, да. Ну, хорошо. Да ты что, вечно какой-то напряг. Ну, это надо договариваться заранее просто. Да я узнавал, чтоб через ментовку все, блядь. Ага. Мы красиво проехали, без светофоров, дороги перекрыты. Узнавал? Да. А у кого? Мрео заезжал и узнавал. Должна быть заява, якобы Громадская спилка. Ну да. Просит перекрыть там такие-то улицы, будет такое-то мероприятие. Но вряд ли это все будет бесплатно. Ну да. Надо будет знакомиться. Не, ну узнать, если что-то скинуться, ради бога, тут по десяточке, если там цена вопроса. Сами перекроем, если что. Там в Комсомольске ж пацаны сами перекрывали. Ну. Как-то, ну я не знаю, как-то они умудрялись. Хотя бы человека 4 надо. С Ласовки. А, ну, так ты местный. Пошел. Ну да. А у вас, подожди. Это не ZX9R? Она. Она, я ее видел несколько раз. Да, это ты что, это пушка. Да, да, да. Ты прокатиться, не? Блин, я... Крути, на заднее я не буду становиться. Честно, никому не давал. И сам не беру, если честно, у кого-то. Может потом чуть-чуть попозже, не знаю. Опыта наберешься? Да нет, дело не в этом, ну блин. Нет, я понимаю. Всякое быть может. Другое дело, когда сами даешь. Да. А Джон не давал, каву свою давал, и Дима свою каву давал. Руки замерзли уже. Фоточек по идее, да, ну. Сегодняшняя моя галерея.
Это вообще за счет. Кто постоянно названивает, меня это бесит. Ну а вы, короче, нагнали все-таки, да? Вы сразу, наверное, объехали через песчаное сюда, да, повернули? Нет. Мы через центр, через СЭО. А, ну, бо мы там немного задержались все равно. В принципе, соста, блядь, не скидывали. Не, я на четвертую 110. Ну что, получился видос? Да еще пишем. Еще пишем, бля. Блин, ну реально, не дают встать на заднее. То, блядь, мешает кто-то. Пиздец. Ух. Кавасаки бандит. Подсвечку ебашь, каждый передай. Направо поедь, там ровная дорога. Вот ты бог по старому вернешься обратно. Там меня не видно. Нет, там чисто ваять. Да, блядь, прибыл машину. А песен звучит, да, реально. То называется прямо только от машины поставил. Да, да. Теперь я могу по поводу Z-ки еще посоюзничать. Громче, блядь. Тогда она была громче, сейчас не знаю. Пускай поделятся. Прикольно. Ну, походу, на этом все. Ну, да. Конечно, да, надо. Надо на Ричфорд, кто там, кооперируемся. Ты тоже что, едешь? Поехали на Ричфорд? Думаю, да. Сейчас все равно подожди, я подожду. Всрался? На Ричпорт. Ну, значит, на Ричпорт, а шо? Оттуда уже стрелять кто куда. Блядь, я так хотел объехать, я с другой стороны тебе стоп-двигатель нажать, блядь. Ну, я так и понял. Ты такой, оп, ой, блядь, они с той стороны, да? Короче, сдохла батарея. Приехали обратно сюда, на Ричпорт. Ждем остальных, кто там есть. Так вот по одному подъезжают. Они ласовчане подъехали. Шо, бля? Где ездил, бля? Где ездил? Где, блядь, застрял, сука? Ой, ты, блядь, что там лапкою махаешь? На светлофорах, блядь. Светлофорах, ё. Ну, короче, ребята. Камера умерла на определенном моменте. Едем сейчас, там подписчик просил подъехать сфоткаться, уже не первый день. Поэтому подъедем уже, что делать. Отказывать не будем, очень просит активный подписчик. Все-таки Авроре говорит. Это не реклама, а если увидите сеть Аврора, можете закинуть на карту за такие словечки. Ребятки, вы знаете, что нужно делать? Подписка, лайк, комментарий, делимся видео с вашими друзьями, близкими, знакомыми. И будут больше новых видосов. Как вам вообще в целом? Напишите в комментариях покатушки наши сегодняшние.